Всем привет! Очередная посылка из Китая. Вскрываем. Посылки у нас вот в такой вот обертке был вот такой вот ориометр. Значит, это у нас ориометр для измерения количества спирта в спиртном напитке. Ну, я его покупал себе для измерения спирта в вине. Единственное, что пришел он мне целый, запакован был он достаточно неплохо, вот в такую штуку. Но я его, когда вытаскивал, я его разбил. Значит, вот там сейчас разбитое, ну, короче говоря, вот так я его напополам, ну, нечаянно. В принципе, стоит он вообще там копеюшки какие-то до 100 рублей. Я как бы, ну, не обиделся и даже деньги с AliExpress возвращать не буду. Ну, короче говоря, вам на будущее, когда будете открывать такую продукцию, будьте предельно аккуратны и храните ее аккуратно, потому что это довольно хрупкие вещи. Так, ссылку на товар в описании оставлю. Еще раз, пришла она мне целая, в общем-то, никаких проблем. Это уже мои кривые ручки. Ссылка на товар в описании. Всем всего доброго. Спасибо. Пока.